Созерцание нужно не для того, чтобы взобраться и там видеть что-то. Созерцание нужно для того, чтобы обнаружить это здесь. Главная цель этого курса – сделать так, чтобы то, о чем я сегодня говорю, ты видел вокруг себя. И моя цель, дорогие друзья, вернуть людям глаза. Я хочу, чтобы у тебя не было никаких расстояний больше с Богом. Никаких.